Ежедневные тренировки – залог успеха, уверены воспитанницы Одинцовской спортшколы Олимпийского резерва. Анастасия и Варвара недавно победили на всероссийских соревнованиях по плаванию в РУЗе. В их спортивной копилке уже немало достижений. Еще в раннем детстве девушки решили связать свою жизнь с плаванием. Недавно, вот самые последние, это первенство Московской области, либо чемпионат, но там второе, третье. А именно первое место было на Medwave Challenge в РУЗе, всероссийские соревнования. Я не сильно готовилась, потому что у меня будут другие соревнования, и я поеду в Питер. А Medwave — это так было, как бы разминка. Варвара и Настя тренируются каждый день, в воскресенье отдых. Баттерфляй или вольный стиль – различные элементы. Вода для девочек – привычная стихия. В бассейн приходят с удовольствием, говорит тренер. Сейчас в разгаре подготовка к апрельским соревнованиям. Основная задача сейчас, да, с Анастасией – это вот первые такие самые крупные детские соревнования. Это «Веселый дельфин», который пройдет с 15 по 20 апреля в Санкт-Петербурге. Вот, туда она отобралась и в составе сборной Московской области. Варвара готовится к первенству России, которое пройдет в мае. В планах у пловчихи выполнить норматив мастера спорта. У воспитанниц Одинцовской спортшколы высокие спортивные цели. Мечтают стать олимпийскими чемпионками. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».